Так, и мы рассматриваем Light Sweet Crude Oil. Второй тип нефти, да. Посмотрим на деньги. Что тут происходит? Здесь происходит, опять же, 14-й год. Было все шоколадно. В 14-м начался коллапс. И дальше восходящий канал. По факту не особо что-то, честно, отличается для меня от бренда, да. Восходящий канал, все как бы в восходящем канале, ничего и тут происходит, это восходящий канал, он уже в течение середины 17 года по сей день, да, то есть как бы мы не будем выдумывать велосипед, и, соответственно, будем считать, что нужно играть внутри канала, потому что как по-другому, да. Так, 4 часика включим. Блокируем и зазумим. Вот. Ну, получается, цена стучится в верхний канал, в нижний канал, верхний, в нижний. Можно даже чуть ли не писать робота, да, на пробой. Вот красиво. Красиво бьется по всем стенкам, да. Он сейчас должен стукнуться еще чуть-чуть в нижнюю. Потом обратно пойдет в верхнюю. И потом обратно будет пробой наверх. Так, итого мы будем рисовать наш прогноз основанный. Здесь мы пойдем вниз, постоим чуть-чуть в боковичке, поднимемся, опустимся, опять поднимемся, постоим в боковичке, пробьем. После пробития мы довольно резко вернемся. Итак, цена будет 77,40. Спасибо за внимание.